Вот я починил вот этот магнитофон где-то 6 часов его чинил, может меньше немножко. Там проблема как бы простая была очень. Регулятор, похоже, что-то попортился. Там я немножко, я сделал, чтобы моно было, теперь не стерео. Одного канала берется и передается на два динамика. Вот я теперь уже думал его выкидывать. Вот тут теперь АМ, частота. Вот какой. На качере работает, поэтому когда он притухается, его частота меняется, и поэтому получилось как амплитудная модуляция, очень широко раз эфир заполняет. Если бы сделать управляемый. Шумов немало идет, поэтому может FM не сделали. Вот качи работает. Вот. Громче сделал. Thank you.
Вот, потребляет 19 вольт и 1,5 ампера. Где-то 9 ватт. Вот этот транзистор модулирует. Вот так, кстати, лучше. Наверное, нужно какой-то экран сделать. Кто может сделать? Это к минусу все.